Да, заходите. Привет, девушка. Мне нужна работа. Проходите. Присаживайтесь. Так. Хорошо, расскажите немножко мне о себе. Такая мини-анкетка, да? Ну, я родился в Белоруссии. У меня есть много друзей. Дядя, тетя, бабушка, еще дедушка есть. Стоп, все, достаточно. Салам алейкум, девушка Хон. Здравствуйте. Как поживаете? Ну, все хорошо, спасибо. Я вас слушаю. По какому поводу вы здесь? Работа нужна. Хорошо. Расскажите мне, пожалуйста, немного о себе. Вкратце. Родился в 92-м году. Вот я помню. А в армейке классно было, в армейке. Не, подождите, армия, подожди, да. Мощный такой, хороший, такой мужик, офигительный мужик был, да, я помню, да? Блин, на улице я вышел, у нас соседка такая была. Класс был, вообще мощный был. И, короче, чё, в общем, капитан однажды мне говорит, иди с гонай за сигаретами. Я говорю, я тебе чё, дух, что ли? И, короче, в этот момент он меня автоматом как ударил, короче, да? Это не факт, автомат какой был. Автомат красивый был, вообще красивый. Такой блестящий такой, да? Это как это называется, сейчас скажу, АК-47. АК-47 назывался. Короче, потом я, короче, выхожу туда на Ольгу, да, а там я в форме стою, да, меня прям гаишники такие, наоборот, честь, короче, вообще мужчина была, отвечаю. Ну, короче, потом я так и получилось, что я, короче, без работы, там, не работаю, искал, короче, туда-сюда, ну, что-то я никому не подхожу, короче, да. И, короче, говорю, захожу я, короче, в кафешку, да, я вот сижу, да, я дембельнулся, короче, уже на то время уже дембельнулся, да. И, короче, такая фигня. И тут сидит чувак, смотрит на меня, и говорит, ты смотришь? Это только начало, этот мразь опять меня подводит, ё-моё. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы по поводу объявления, мы с вами созванивались недавно. А, сегодня, да? Да, да, да. Да. Бабур, если Бабур, да. Да, здравствуйте. Я бы хотел бы устроиться на работу продавцом-консультантом. Ага. Имеется опыт работы более 2 лет. Немножко о себе, да. Образование среднеспециальное. Угу. Опыт работы от более 2 лет, повторюсь. Угу. Где работали? В Краснодаре. Угу. Так, скажите мне, пожалуйста, сколькими языками вы владеете? 6. Какими именно? Русский, узбекский, английский, французский, немецкий, итальянский. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, как будет одежда на английском языке? Сколькими языками вы владеете? Один с половиной. Один и половина владею. Это как? Нужно узнать. Казахский владею. Половина владею конкретно. Половина русский. Сколькими языками вы владеете? Узбекский, английский, русский. What time is it? 6:15. Окей, отлично. Могу я, пожалуйста, взглянуть на ваши документы? Я и дома забыл. Понятно. Так, могу я увидеть ваши документы? Документы? Да.
где вы? Вот мои документы, вот! Что вот? Что трудовой! Соль, трудовой мозоль! Нет, документы, документация. А что вы закончили вообще? Образование у вас какое? Строительное, я стройку сейчас закончил, там ресторан строили, ресторан. Мы набираем продавцов-консультантов. Вы думаете, вы подойдете? Я бетон там соседу продавал нормально. Могу я взглянуть на ваши документы? Да. Ну, конечно. Ага. Два. А где вы прописаны? Я гражданин Узбекистана и проживаю в Москве. Хорошо, отлично, мне все понятно. Можно вам вопрос задать? Ну, задавайте, пожалуйста. В этом магазине, в котором я буду работать, алкоголь есть? Алкоголь? Да. Зачем вам? А, да так, ну зачем? Короче, можно вопрос, да? Пару вопросов. Короче, да. Во-первых, я хочу меньше работать, да? Меньше работать, но чтобы мне $5000 платили. В день. А, в день? Да. Именно в день. А. Ну, я думаю, так многие хотят. Второй вопрос. Чуткий вопрос. Хорошо. Я колен хочу принести. Колен можно, да, в магазин колен? Какой колен? Красивый такой, стеклянный колен, такой, такой фигуристый такой. Нет. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Да. Что входит в мои обязанности? Значит, смотрите, вы должны консультировать клиента по поводу одежды. Вы в этом разбираетесь? Вообще? Да, у меня есть опыт работы. Два года. Угу. Хорошо, отлично. Значит, смотрите, режим у нас с 9 до 6 вечера, воскресенье, выходной. Вам подходит? Да. Хорошо, тогда я думаю, мы с вами сработаемся. Вы приняты. Извините, но, к сожалению, вы нам не подходите. Жаль. До свидания. Извините, пожалуйста, но, увы, вы нам не подходите. Что делать? Выйдите, пожалуйста. Это прощание, по-моему. Проходите, до свидания. Простите, а я бы хотел бы узнать насчет зарплаты. А, да, конечно, у нас зарплата 45 тысяч в месяц плюс проценты с клиента. Да? Я мне думаю, подходит? Нормально. Ну все, тогда отлично. С завтрашнего дня можете выходить на работу. Все, спасибо. Спасибо, до свидания.